стеклянный электрический чайник с уникальной системой залива воды через крышку и приятной подсветкой. Посмотрим, что из себя представляет чайник PWK1759CGL от бренда Polaris. Чайник упакован в фирменную коробку. В комплекте идут платформа, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Корпус сделан из закаленного стекла. Крышка, ручка, основание и платформа из черного матового пластика. Дно чайника и фильтр от накипи в носике из нержавеющей стали. На стенках корпуса с двух сторон нанесена шкала уровня воды. Так как чайник прозрачный, всегда видно, сколько воды внутри. Минимум в него можно залить 0,3 литра воды на большую кружку чая. Максимум 1,5 литра. Под ручкой находится переключатель включения и отключения чайника. Когда чайник включен, вода подсвечивается снизу синим светом. Чайник поворачивается на платформе на 360 градусов. Платформа круглая, с прорезиненными ножками. К ней присоединяется шнур. Лишнюю длину шнура можно спрятать в специальный отсек снизу. Главная особенность чайника – необычная конструкция крышки. Она сделана по технологии WaterWay Pro. Посмотрим, как это работает. В центре находится прозрачная пластиковая мембрана. Через нее можно напрямую залить воду в чайник, не снимая крышки. Под весом воды мембрана прогибается и пропускает внутрь жидкость, а затем опять выпрямляется. При необходимости крышку можно совсем снять. Удобно, когда нужно помыть чайник изнутри. Мощность чайника 2150 Вт. Благодаря нагревательному элементу, спрятанному под плоское металлическое дно, вода прогревается равномернее, и полный объем чайника закипает за считанные минуты. Внутри установлен английский контроллер Strix, который обеспечивает до 15 тысяч циклов кипячения. Это около 10 лет интенсивного использования. Чтобы чайник проработал дольше, в нем установлены датчики защиты от перегрева, защита от включения без воды и автоматическое отключение после закипания. Эта модель от Polaris отлично подойдет для использования дома и не потребует от вас лишних действий. А лаконичный дизайн с легкой подсветкой впишется в любой интерьер.